от урагана всегда привязывал здесь, а тут, оказывается, дождь идет и грязь. И пришлось скобку прибить вот здесь вот. А чтобы он это утеплитель не срывал, пришлось край срезать. Во. Во-во-во-во. Вот так вот, 4 гвоздя. Ну, молодец. Обновка тебе, новое место. И главное, тут дождь прошел, а тут сухо у него. Вот так. Обновочка у него сегодня, 22 мая 2021 года. Вот он как. Все, опрокинул, нашел. Все. Это я щерпы воробьям тут сыпал. Ну и ну. Красота-то какая. Зелень везде. Смотришь, как бомбят дома, падают. Вот. А тут ничего нет никаких. Все. Слава Богу. Ну еще, что? А там у меня голубки над ним. Вот лает. На воробьев. А я и не слышу. Это окошечко мое кухонное. Вот так. Две лестницы. Одну сделали, там уже сгнила. А на нее вторую из березы. Привезли прямые березовые. Из Потеряевки там такие есть. Вот так. Вон яблоня зацвела. Вот она. Красавица. Ну, виноград дальше идет, цветет попутно. А это чеснок разросся на асфальте. А тут, чтобы кошки-то туда не залазили, они-то ни разу не залезли. Вот чеснок свой, свеженький, все. Дальше у меня еще там сирень. Вот ничего этого я не садил. А вот это садили, виноград. А это у нас калина. Каждый раз берем, намного хватает. Это вишня. Ну, она без ягод, наверное. Березовый сок брали, вот она, береза. Елка, ель сибирская, большая. На 4,5 метра ветка отсюда отходит. Даже невероятно. Как она держится? Вот вопрос. Вон она ветка куда идет, к соседу, туда и на крышу. И это вот она где есть, это все в сторону от нее отходит. Это тоже большой куст калины. Я оббираю. А тут у меня каждое утро я беру одуванчики. Ревень. Вот так, вишенка, это виноград. Нынче вот сделали так, 4 ряда, по 4 столба, 8 столбушков из железа, и натянули тросики, и вот виноград должен быть. Я в этом не принимал участия. Трубу ночью опять сделали, утеплили. А здесь вода течет, и прямо вот эту ванну стоит. Из ванны теперь можно черпать, поливать. А тут стол стоит у нас. Летом тут занятия могут идти. Сейчас не знаю, без меня не ведут занятия, нет. Ребятишкам 4 качели. Вот тут еще и яблоньку посадили они. Две яблоньки здесь. Вот она листья пустила, яблони. Вот это я закрыл по сторонам. Вот такое дело. Тоже яблони. Чтоб собака не залазила туда. А здесь Надежда не посадила муха. Редиска и салатик. А вот как выглядят тут голуби. Все везде железом обтянуто, чтобы ни одна кошка, зверь не могли залезти. Ну и Бог милует, сколько лет нету. Вот они где. Эти крестовины называются. Двух голубят привез, туда я пустил. Большие уже привыкли ползать, не летают, вообще крыльями не машут даже. Это уже обречены они.
А который летал, вылетел, видно, коршун унес. И то, и другое они положительно. Вон, а воробьев ловит. Это вода, два тазика и корыто еще принес со свалки. Вот он, это какая-то, где-то то ли светильники были или что-то такое. Не знаю. Вот сосед. Говорили, что он расширяет усадьбу. Отбить наши хотел, вот это говорят. Приезжай осенью, нету, помер. Не старый, ничего. Трехэтажное здание перепродают уже несколько раз. Все в Божьих руках. Все, у Бога все в руках. Успокойся пока, успокойся. А теперь он не должен сорвать этот утеплитель.